Страна Шарипыч, уважаемые друзья, позвольте вас всех сердечно поприветствовать. У нас будет возможность сегодня, что называется, в кулуарах, спокойненько поговорить по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Но в начале нашей встречи хотел бы отметить, что у нас, как и со многими нашими партнерами, наблюдается рост товарооборота, что не может не радовать. Действует фонд развития. И, на мой взгляд, там есть о чем поговорить, хорошие примеры сотрудничества есть. У нас ряд направлений, которыми мы занимаемся традиционно, и в целом они двигаются неплохо, на мой взгляд. В общем, сегодня будет возможность поговорить и в широком составе с коллегами по развитию нашего сотрудничества в рамках нашей экономической организации, которая, на мой взгляд, создает необходимые условия для расширения сотрудничества и взаимодействия. В общем, хочу сказать, что я очень рад вас видеть и добро пожаловать. Уважаемый Владимир Владимирович, я искренне очень рад нашей встрече и возможности обсудить актуальные вопросы между нашими странами. И в первую очередь я хочу поздравить вас с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации. Под вашим руководством Россия добилась очень серьезных, больших успехов. Я убежден, и под руководством вас Россия еще больше добьется успехов в своем развитии, во внутренней и внешней политике, и мы искренне желаем этого. Я особо хочу отметить с удовлетворением, что с начала года активировался диалог практически во всех направлениях, на всех уровнях нашего сотрудничества. Я со своей стороны еще раз хочу подтвердить, что неизменном курсе Кыргызстана на усиление многостороннего взаимодействия нашим стратегическим партнерам, главным союзником России. Большое вам спасибо за теплый прием, за гостеприимство, которое мы ощущали с первого пребывания на российской земле. Спасибо большое.